Народ, привет! Продолжаем рубрику мини-обзорчики. Сегодня эта рубрика у нас праздничная. И вчера к праздничку прислали вот такую вот коробочку. Вот. Здесь по названию вы там уже увидите аккумчик. Упакован в коробочку и в такую вот пупырчатую пленочку. Кстати, мужики, с праздником всех! Вот. Вот такой вот аккумчик 3S 5200 мА, ток 30 см. Для трофеечки, в принципе, за глаза. А я катаю ток трофейки. Вот. Сейчас мы с вами вместе посмотрим, как он пришел заряжен. Изначально 11,6. В принципе, заряжен хорошо. 3,86 баночка. 3,86. Все банки одинаковые. Одна чуть на поменьше. Аккумуляторов такой фирмы у меня уже несколько. Ходят они, в принципе, неплохо. Сейчас я вам их продемонстрирую. 3S-очка вот такая еще есть. Но здесь только отдача побольше. Аккумчик сам тоже побольше. Немножко он у меня уже подострепался. Самый первый вот такой. Вот, это 2S. Тоже он, по-моему, 4 или 5 тысяч, но, в принципе, по размеру похож. Тоже только отдача порядка там 40. Вот, это самый первый. Ходит, банки одинаково заряжаются. Нормальненький. И вот такой еще остался с этикеточкой. Этот идет у нас дополнитель в пластиковом боксе, пожестче. Вот. Но у этого одна баночка быстрее разряжается. Вот. Но все равно держит долго. В принципе, заряжаю Маймаксом китайским. Вот. На балансе, в принципе, зарядка устраивает. Аккумчиков теперь побольше стало. Вот. Так что можно выдвигаться сразу на нескольких моделях. Ну все. Всем спасибо. Еще раз с праздничком. Удачи!